Ребят, как настроение? Все выспались? Отлично себя чувствуем, молодцы. Хлопушка, сценарий ты просила. Руки до сих пор дрожат. Ну, смотрите, в субботу придет видео, мы посмотрим, сделаем работу над ошибками и можем назначить еще один съемочный день. Ой, нет. Давайте больше никаких съемок. Ну, для меня. Я так разволновалась перед этой камерой, что в смысле сбилась. Если они обрежут мою речь, мало не покажется. Не переживайте, не обрежут. Лучше бы они молодых сняли, чем нас таскать. Хотя, что молодежь? Что нам может дать молодежь, кроме клипового мышления? Ага, бізде қобалжытатын мәселелер бар, мысалы, қазіргі поэзияның жағдайы. А вам всем есть что сказать. Только ответственность очень давит. Коллеги, давайте успокоимся. Я считаю, у нас все получилось. Самое главное, мы были честны перед самими собой. Это тоже хорошо. Для журнала год был сложный, ну и, наверное, для всех нас. Да, я как раз об этом и говорила в послании. Мир стремительно меняется. Пандемия заставила человечество приостановиться, перевести дух, оглядеться вокруг и увидеть результат своей жизнедеятельности, который мы пытались игнорировать или делать вид, что не замечаем. Мы начали понимать, что постоянный прогресс имеет обратную сторону. И последствия могут быть плачевными для всего живого на Земле. К примеру, система социального рейтинга, уже внедренная в нескольких городах мира, якобы преследующая построение гармоничного общества. Оцениваться будут не только виды деятельности, но и межличностные взаимодействия, как в сети, так и в реальной жизни. На мой взгляд, настоящее искусство не останется в стороне, а будет отражать суть этих вызовов для человечества. Если вы смотрите мое послание, без системы оценки всей вашей жизнедеятельности, без инородных предметов в вашем теле, и вам не чужды эмоции и чувства, возможно, у человечества есть шанс все исправить и предотвратить исчезновение своего вида. Не повторяйте наших ошибок. Я искренне хочу и желаю, чтобы они не повторяли наших ошибок. Во всяком случае, моих. И моих. Простите меня. Бум выше. Девушка, извините, не подскажете, когда моя очередь? Сейчас. Так, хлопушка! Хлопушка, работаем! Сейчас, одну секунду, ладно? Все готовы? Где маркер? Маркер где? Какая сцена? Сцена 3, кадр 1, дубль 1. Да вторая сцена, вторая! Сцена 2, кадр 1, дубль 1.
Тишина на площадке. Приготовились. Начали. Құдай, негізінен адамға түсінікті дүниенің бәрі дәстүрге айналады. Адам өзіне түсініксіз дүниеден қорқады. Құдай, біздің санамыздан тыс. Сол сияқты поэзияда кейбір адамдарға ол түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ поэзияны қазіргі тренд пен хайпты қуалаушыларға еліктеп, барлығына бірдей түсінікті етіп жазу, ол адам болмысының табиғатын құрлау. Ренессанс дәуіріндегідей дінді өнерге айналдырудың орнына, өнерді дінге айналдырғысы келетін біздің қоғамның әдебиеті құрғақ мораль мен жалған патриотизмге толы өкінішке айналды. Ал ең сорақысы, қолдан жалған құдайлар жасалды. Ал бұл өнер емес, бұл нағыз симуляция. Ақ өлең. Қоғам қалай болып көрінсе, поэзияда солай жазылады. Ақ өлең ол рифмасыз бейне, джаз бен блюз секілді нотасыз музыка. Яғни оған ішкі дүниемізді қорықпай ашып, оны сезу керекпіз. Егер сіз бұл видеоны болашақта көріп отырсаңыз, поэзия үшін қобалжып отырсаңыз, мүмкін жүрегіміздегі үмітіміздің оты әлі өшпеді. Лично меня очень беспокоят произведения с поверхностным смыслом. Они ведь изначально заточены только на зарабатывание денег. В них ведь ни грамма души, ни грамма самого автора. Я не задушатасын келсем. Рахмет. Дұрыс. Музыкальные жанры, как и другие виды искусства, все время эволюционировали. Так на смену классической музыки, которую мы еще называем образцовой, пришло барокко, а барокко потеснил романтизм. Параллельно развивался еще один жанр, так называемый синкретизм, сочетание нескольких жанров. Такое явление стало особенно популярным в 90-е, когда по радио крутили мелодии Баха в рок-обработке и песни «Скорпион» с симфоническим оркестром. Пройдет еще каких-то лет 30, и музыкальные стили можно будет условно разделить на две категории. Эклектику, то есть смесь жанров на любой вкус и цвет, и минимализм, 4 аккорда на 1 бит. Музыка упрощается. Такое чувство, что из-за огромного количества информации наступило некое музыкальное пресыщение. И это привело к тому, что почти все песни словно сделаны по одному шаблону. Доступность технических средств, конечно, сказалась на качестве музыки. Ведь сейчас только ленивый не пишет музыку. Достаточно иметь компьютер и выход в интернет. И вот ты уже смиксовал трек, выложил в ТикТок или Ютуб. И все это популярная звезда. И это меня беспокоит. Потому что банальщина отупляет. Да и вообще в скором вся музыка уйдет в виртуальный мир. И концерты мы будем смотреть, не выходя из дома, надев VR-шлем и специальный костюм. А электронные импульсы будут создавать нам эффект полного погружения. Эффект полного присутствия. И если вы сейчас смотрите меня без погружения в виртуальный мир, то, может быть, мы еще не потеряли связь с реальностью. Aprendimos a quererte desde la historia altura, donde el sol de tu bravura, tu mano gloriosa fuerte. Y aquí se queda la clara
La entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu amor revolucionario de conducta nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Стоп! Снято! Все. Спасибо большое! Все. Ахмед! Немного. Все будет хорошо. Мы будем держать для нас кулачки. Спасибо. Так, мы готовы, ждем героя. Минутку. Давайте поправим вот здесь. Вот здесь. Все? Да. Готово. Да. Было выше в камере. О, так, готово. Готово, да? Угу. Тишина на площадке. Звук есть. Камера. Камера идет. Хлопушка. Сцена 10, кадр 1, дубль 1. Я считаю, что есть всего два типа мышления. Левополушарное, рациональное. И правополушарное, интуитивно-эмоциональное. Они поочередно сменяют друг друга. Интуитивно-эмоциональное возникло раньше рационального. Когда люди жили в пещерах, у них не было четкого разделения пространства. Им пещера была и потолком, и стенами, и полом. Но в какой-то момент люди вышли в степь, вышли в открытое пространство, стали строить себе жилье, где все было рационализировано. Потолок там не мог быть полом и наоборот. И переход от одного состояния к другому происходит постоянно, как ритм. В последние столетия мир двигается в сторону оптимизации процессов. Но в какой-то момент это развитие достигнет своего предела, и все перевернется в эмоциональную сторону. И если вы смотрите это послание спустя многие годы, возможно, вы гораздо лучше нас знаете, насколько мир цикличен и ритмичен. И, быть может, вы управляете временем. Стоп! Снято! Замена объектива! Скотти, дайте замена батарейки. Много. 35. Все, давайте быстро, ребят, работаем. Времени мало. Раньше все было иначе, у нас были другие цели. Мы пытались выжить, искали место под солнцем, боролись за это место. Мы были более приземленными. Ценился тяжелый труд, деньги, материальные блага. Постулатами нового времени могут стать не изнуряющий труд, а дело по душе. Не деньги, а служение народу. Мир, а не война. Любовь к ближнему, а не вражда. Из аналогового состояния бытие перейдет в цифровую среду. И мы возьмем ответственность за наши жизни и перестанем надеяться на волю случая. И то, что в 90-е казалось невозможным, сейчас легко реализуемо.
обмениваться мыслями с иностранными коллегами, пробуждать сердца и души большего количества людей, заниматься творчеством, служить искусству и объединять всех тех, кто неравнодушен к прекрасному. Спасибо всем, кто участвовал в этом проекте. Я думаю, люди в будущем оценят наши старания. Конечно, оценят. Да, если они не улетят на другую планету. Спасибо большое всем. Всем спасибо. 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 Ребят, подойдите сюда, пожалуйста, все. Хочу вас поздравить. Смена окончена. Давайте поаплодируем сами себе. Это было круто, проделана огромная работа. В общем, каждый из героев мне по-своему понравился. Я, конечно, не смог всех посмотреть, но мне кажется, каждый из них просто дал что-то полезное и... Так, стоп. Ребят, мы что, сейчас сняли послание в будущее? Кажется. Ну да. Вообще-то они дело говорят. Я теперь даже в волонтеры подамся. Послание в будущее. Да не, бред какой. Да нет. Да не, хотя, ребят, какой бред? Мы сняли послание в будущее. Да? Да. Да. И представьте, если... Это наше послание. Действительно увидят наши потомки лет через 100 или 150 и захотят... И захотят с нами на связь выйти, так? А почему бы и нет? Ребят, давайте запомним этот день, ребят. Давайте. Мы молодцы, мы такие молодцы. Так классно отпахали. Тоже снимем свое короткое послание в будущее. Как герои, что ли, наш? Да. Мне интересно, можно, да? А что скажем? Продолжайте творить. Здорово. Отлично. Хорошо. Сань, снимешь нас? Уже снимаем. Послание в будущее будем снимать. Надоело еще. Так. Ребят, давайте все сюда поближе. Угу. На счет 3-4. Что мы говорим? Продолжаем творить. Может, камеру настроить? Да. Угу. Сань, скажешь, как будешь готов? Да. Интересно. Камера есть. Все есть? Итак, 3-4. Продолжайте творить! Стоп. Снято. Yeah. Круто. Вы кто?
Ну и вот видео будет готово в субботу. Оно придет, мы можем его посмотреть. Потом заходи. Ошибки, работу над ошибками сделать. И потом назначить еще один съемочный день. Ой, только давайте без съемок. Для меня, я так переволновалась перед этой камерой. У меня все мысли с головы вылетели. Ну, если они мои фразы обрежут, им мало не покажется. Да нет, не обрежут, не переживайте. Лучше бы они молодых сняли, чем нас таскать. Расслабьте лоб, пожалуйста. Волнуюсь немного. Ну, все будет хорошо. Мы будем держать у вас кулачки. Спасибо. Тишина на площадке. Звук? Есть. Камера? Камера идет. Хлопушка? Сцена 10, кадр 1, дубль 1. Начали. Возможно, у человечества еще есть шанс все исправить и предотвратить исчезновение своего вида. Не повторяйте наших ошибок. Поэзия үшін қобалжып отырсаңыз, мүмкін жүрегіміздегі үмітіміздің оты әлі өшпеді. Возможно, вы гораздо лучше нас знаете, насколько мир цикличен и ритмичен. И, быть может, вы управляете временем. И если вы сейчас смотрите меня без погружения в виртуальный мир, то, возможно, мы еще не потеряли связь с реальностью. Пробуждать сердца и души большего количества людей, заниматься творчеством, служить искусству и объединять всех, кто неравнодушен к прекрасному.